Ежегодно 9 августа село Виленки Михайловского района Рязанской области становится местом паломничества православных христиан. Едут сюда из Михайлова, Рязани, Москвы и даже Киева. Каждый год я приезжаю на этот праздник. Мы постоянно приезжаем, причащаемся здесь. Чем особенно вот эти вот дни? Мне вообще особенно, праздник у нас, у детей они любят причащаться, чтобы нас водичкой полили такой вот. И Бог помогает нам. Как тут вот именно эта церковь, она как-то вот, не знаю, нам помогает. Легче становится. Вот реально были случаи. В том году я молилась вот на этот праздник, чтобы сыну с работой помогли. Ему взяли, наверное, хорошую работу. И повышает, вот я молюсь теперь. Виновником большого торжества в сельском храме Рождества Богородицы стал известный и любимый на Руси святой великомученик и целитель Пантелеймон. Очень хорошо Пантелеймон помогает. Например, в чем он помог? Как в чем помог? Я прошу, хожу вот на своих ногах. Помогает очень хорошо. Вот хожу на своих ногах. И муж у меня без года 90 ходит на своих ногах. Да. Как мы усердно к тебе прибегаем, скорому помощнику и молитвеннику о душах наших. В истории христианства есть святые, без которых невозможно представить духовный образ России, хотя они никогда не были в России и не являлись русскими. Это в первую очередь святитель Николай Мирликийский, апостол Андрей Первозванный, великомученик Георгий Победоносец. Рядом с этими святыми именами необходимо поставить и никодимийского великомученика Пантелеймона, любовно названного на Руси целителем. Особо почитают святого целителя в Михайловском селе Виленки. И он нас вдохновляет и дает здоровье заметно, если только молиться от души, как говорят, от души. С Богом поговорить везде можно, а здесь надо молиться и просить, и каяться, и от души по-христиански. И спаси вас, Господь, что вы к нам приезжаете, вот этот молодой человек мы видим всегда. Ну, спаси вас, Господь. Помолюсь, мне болели руки, ноги, и молюсь, и мне помогает. И особенно, когда мы не прочищались, а как соборовались, маслом мажем, плечи, все, и все помог нам. Спасибо, Господи. Отсюда? Местные? Нет, с Каморина. С Каморина? Да. Вот, а каждый день, каждый год вообще приезжаете на этот праздник, да? Нет. Или впервые? Первый раз, а по чьей инициативе вообще здесь оказались? С друзьями собрались, приехали. С друзьями, а кто? Был какой-то лидер из друзей, там, который взял всех, собрал и привез сюда? Да, вон ребята стоят, девочки, друзья. А почему, как они отзывались об этом празднике? Все-таки они говорили, тебя что-то зацепило, что меня привлекло? Что? Как бы отношение к церкви, мы хорошо относимся к земле, и поэтому решили все-таки съездить, этот праздник большой. А, и что-то получила в итоге сегодня? Что-то увидела нового, может, что ощутила? Это какие-то непередаваемые ощущения, эмоции. Святый великомученичий, целителю Пантелеимоне, воле Бога. В этот день в храме Рождества Богородицы соединились молитвенные возношения к Богу и его верному помощнику собором священства Михайловского первого округа и людьми, чтущими память святого. Храм был переполнен, летний солнечный день позволил совершить молебен на свежем воздухе, осветить водичку и окропить ей исполненные благодатью Божьей лица. Господу
помолим сердцем всем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Тебе, Боже, наш, слава Тебе. Слава Тебе, Боже, наш, слава Тебе. Помолимся рцем всем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. С праздником всех поздравляю, дорогие братья и сестры. Святого великомученика и целителя Пантелеимона. Видите, как взобрался, чтобы всех вас видеть сегодня. Я всех вас благодарю. Благодарю всех вас за общую церковную молитву, что мы сегодня вместе с отцами первого Михайловского округа совершили совместную молитву и помолились великомученику и целителю Пантелеимону, чтобы он нам всем сегодня даровал здоровье. И мы с вами что пришли просить прежде всего? Конечно же, здоровье, потому что он является нашим с вами покровителем в различных недугах и болезнях. Сейчас все подходите к иконе, потом подходите к кресту. Для вас сегодня приготовлена трапеза. Приглашаем всех вас после потрапезничать. Еще раз всех с праздником. Спаси Господи. К сожалению, пока Владислав брал интервью, еда трапезная быстро растаяла, и кадров свою красоту запечатлеть оператору Александру не удалось. Но мы поняли, что вкусняшки были восхитительными. Соборное богослужение всегда усиливает молитвенное состояние, а остается лишь сожалеть, что кому-то не удалось пересечь границу мирских забот, и они не попали на островок праздника души. Но ничего, у всех нас есть возможность. Если Господь даст нам еще один год, встретиться в селе Виленки 9 августа 2018 года. Поверьте, будет не хуже, чем в этом. Остается сделать пометку в календаре следующего года. Не пропустить. Важно.